Можно запрыгнуть. На развороте, на развороте. Ой-ой, как болит, Джейк Фейт прыгает. Как хорошо, KP сейчас, скорее всего, умрет. KP на один удар выживает отсюда Муги. Муги в центре драки, Фейта добили. Отбегает Матумба Мэн, битые очень сильно Ньюби. Очень сильно битые Ньюби. Надо быть осторожным, потому что Майнкатрон с руки наваливает серьезно. Спрятали в Глиммер Матумбу. Матумба можно сгрызть КК. КК пытается что-то сделать. Он стоит в Карапей, закончили Карапей. Прыгает KP. Вот она линка. Вот она линка. Срабатывает Муги. Муги пытается убежать. Там Муги тоже в таверну. Четыре героя. Таверне пишет Miracle, это ГГ, но это еще не ГГ, игра идет, СССР, БКБ! Mind Control просто доминирует и унижает команду Ньюби. И Mind Control, позиция есть, руна невидимости на нее, кстати, можно неплохо кого-то слайдить. Супер прожал БКБ, атакует Mind Control, а Супер атакует еще и Медведя, будут ли корни, 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 как же он быстро атакует. Бладрайт пошел, Чейнфрост улетает, Миракл, но он в локинбаре, Мишка маленький умирает, потеряли уже снайпера, Миракл получает баш от Мане. Есть Техослэм, просто дождаться надо, Mind Control прыгает, инфлейм дает сайленс по Mind Control. Миракл все еще жив, стоят под Дримкоилом, живут, хилятся, Миракл. Поймал оглушение Мане через баш, забирает Миракла. Дальше драка, и Хаслэм от Mind Control после байбека DDC должен отправляться в таверну. Размен 3 в 3, даже 4 в 3, 2 байбека, Mind Control в таверну после байбека. Да, и не будет полторы минуты ни Шейкера, ни Бладсикера, ни Медведя. Бегают много пеньков. И Mind Control со спины. Есть Оркид. Закрывает Аку. Аку не может выбраться из окружения минус этих деревьев. Уже минус два от команды Liquid. Супер, супер. Отжирается. Матумба прожимает наконец-то поезд за ногу. Падает GH, падает Бетрайдер. Мане. О, да, просто убегать. Супер ословили. Все, его не должны отпускать и не отпустят никоим образом. Минус Деспрофит. Идут вместе с Терренблейдом, забирают в сторону. От смоков. Мане. И остальная команда будет просто выигрывать время. GH дает фиссуру, останавливает Мане. В это время заходят на нижнюю сторону Liquid. Основные герои уже бьют в сторону. Разультился Матумба Мэн. Супер старается улететь на базу. Мане вроде как убивает Матумба Мэна. И два героя Лафай перетянулись на базу. Мане очень сильно страдает, но ему хватит. Да. Да. Аку готов врываться. Mind Control в невидимости. Все всех видят. И фиссура! Фиссура прикрывает GH! У Mind Control быстро начинает фокусить! Стирает Nature's Profit, он делает выкуп! И сразу же летит на казарму! Акфу держит! Минус Шейкер! Mind Control атакует казарму! Мечников последнюю казарму! Миракл бьет! Миракл все это время бьет! Миракл жив по-прежнему! Миракл метаморфозит, дерется, убивает Мане! У него нет байбека! 115 секунд! В это время пытается хоть какое-то время выиграть для себя LFY! В итоге не попадает камнем. В БКБ был Миракл в этой ситуации. Пока никого Liquid не потеряли. Бараки уже начинают страдать. Медведь под Мьёльниром. Дальше за Мане. Забирает Мане. Хаслэм от Mind Control за Супером. Миракл бросил Бладрайт ему под ноги. Матумба Мэн потерял Медведя. Призывает еще одного. Матумба Мэна могут забрать. Но Медвежонок все еще жив. Супера очень сильно грызут Миракл. Забирает Аегу. Да. Шейкер уже здесь, не должны отпускать Супера Liquid, если они хотят выиграть эту драку. Да, и смотри, как Инфлейм сражается, с ним же сражается еще и Медведь. Супер стоит, атакует Миракла, Миракл Бладрайт, но там Блейкин Бар, Медведь убегает, спасите Медведя, фиссура у Mind Control! Останавливает Супера, и Аку также, да, Чейнфрост есть, да и бог с этим Чейнфростом. Миракл, сделать один удар, сделать одно убийство, он отожраться. Забирает двух героев, он заберет здесь двух героев, надо забрать Аку, там и DDC очень красный, но он начинает есть Супера, Супер, после того, как съел сын, забирает Супера. Вот а там Затаник, там Затаник, отжирается Супер, заталкивает его по фонта, Миракл! Добивают с горем пополам этого снайпера. Не будет его 2 минуты. Сторона стоит! Да, должны забирать Inflame. Inflame в таверну. За DDC побежал Миракл. Пол Блэкинг баром. DDC должны забрать. Миракл без здоровья. Миракл без байбека. Надо это понимать. Пустой. После байбека Inflame. Уходит инвиз. Ничего не делает Миракл. Только сейчас забирает его через Silent Jake, чтобы в таверну. Ура, как же тяжело драться против этого спама. Так, Кака думает, Кака пошел каст эпицентра. Тут же Линка прыгает, Матумба Мэна, будет ли подхил, Миракл жив. Шейкер здесь же, Mind Control тоже рядом, СС до ультимейт, никого не бил. Шейкер ультует, Муги поймали, еще один удар. Муги умрет, есть байбек, 3 байбека уже сделали. Фейта прогоняет, Mind Control и Миракл. Фейт едва живой, копает Кака, надо раскастовать.
достать, все-таки Миракл успеет ли? Нет, взорвался Миракл! Миракл, у него две жизни, не забываем, у него две жизни. Две жизни забрали Миракл один раз, Джейша забрали тоже. Далеко забежали, бараки целые. Бараки целые, неужели Ньюбиси смогут отбиться? Миракл пытается уйти. Так, Chemical Rain, барак хочет убить, дерется с Муги, дерется с Фейтом. Фейт умирает просто от Эйсид Спрея. Миракл еще успевает это ГГ ставить в общий чат. Миракл продолжает драться против всех. Как же он чувствует силу этого героя? Как же он чувствует силу Алхимика? Ничего не могут сделать Ньюби. А у них падает нижняя линия. Гейль, Кака копает два удара. Остался день. Кака сейчас умрет просто. Кака умрет. Кака умирает. Муги ворвался, пытается драться. Барак упал. Уходит Ликвид. SSC за Мираклом до конца. Линка. Линка. Дальше. Муги. Погоня пошла серьезная. Куру рядом. У Миракла травмы. Миракл. Едва живой Миракл. Добьют ли его Миракл? Пытались задынать его. Черемон Контрол спалится. Ульта Парада залетает. Не попадает ни по кому. Майн Контрол. Прятаться отсюда надо. Рядом Матума Мэн. Будет ли бассейн? Матума Мэн. Гасава. Трибл Си. БКБ. Трибл Си. Не собирается сдаваться умирать. Погоня дальше. Матума Мэн. Загиби. Этот замес просто никогда не закончится. Жесть. Да, выкуп у команды Liquid есть на Terror Blade, на Рубике, на Веномансере. Морфлин, 26 секунд. Миракл может подарить немного времени LFY. Это то, что им необходимо. Его просто не нужно добивать, нужно держать на месте, чтобы он не ломал вам базу. Но Миракл ломает лица, он не только ломает базу, еще на одну форстафер подъезжает. Туда же пошел Куро, въезжает в самый центр драки. Шейкер домой. И мега-крипы уже заходят на базу. Забрали в итоге Шейкера. Шейкера нет. Все еще живет Death Prophet, все еще живет, все еще дерется. Миракл в самом центре событий, у него есть Аегис. У него есть Аегис, мега-крипы ломают Т4 вышку. В это время Mind Control вместе с Матума Мэна врывается. Супер! Наверное, 120 секунд его не будет! И Мане умирает. У меня просто не остается слов. Liquid, что вы делаете? Есть Vision, Куру поставил в центре. Знает, что где, знает, что происходит. Так, пошел ультимейт, хорошо, врывается, подтопит. Матумба пытается выструбить, Матумба жив. S-Triple-C, БКБ наносит максимальное количество дэмэджа. Куро живой, все живы, Ликвиды, все живы. Отбегает отсюда, убили только одного Миракла. Миракл сейчас появится, Матумба возвращается, БКБ у него закончится. Миракл, Миракл пошел в ультимейте, за Муги. Миракл зарезал одного, Миракл, Миракл зарезал второго, Миракл продолжает. Миракл просто бежит под хайграунд, Миракл цепляет S-Triple-C, надо с диффузией, диффузов туда мне. Еще не закончились, нет, были у него диффузов туда, ничего не сделал, Майн Контрол еще один фраг. Это минус 3. КГ, ВП, Liquid чемпионы Интернешнл. Это бейт. Это бейт на Миракла. Так, полетела молния. Молния в Миракла. Это был бейт. Дабл дэмэдж. Надо было ломать. Ой, дабл дэмэдж надо забрать. Поймали. Миракл забрал дабл дэмэдж. Миракл. Миракл в хиксе. Миракл надо постараться убить. Поставили морды. Миракл надо как-то продолжить хекс. Миракл проблема у него огромная. Прыгает сейчас. Прыгает в хиксе. Миракл успел. Он успел. Он живет до сих пор. Это минус 2. Как он это делает? Там КГ пытается жить. Муги. Миракл. Дабл килл. Минус 4. Байбэк делает Виномансер. Ликвиды дожимает. Минус 5. Миракл. Трипл килл. Это просто какое-то чудо. Это фантастика. Такого не может быть. Я не верю.